Всем привет! В этом видео я покажу вам, как приготовить очень вкусный влажный шоколадный кекс, который напоминает брауни. Продукты я отмеряю обычным граненым стаканом. У него объем 250 мл. Неполный стакан сахара. 1 пакетик ванильного сахара. Щепотка соли. 200 грамм мягкого сливочного масла. Взбиваем миксером 1 минуту. Добавляем 3 яйца и взбиваем миксером 2-3 минуты. Две трети стакана муки просеиваем. Две трети стакана какао тоже обязательно просеиваем. Полторы чайные ложки разрыхлителя. Аккуратно перемешиваем миксером до однородности. Полстакана кефира вливаем в миску и снова перемешиваем до однородности. Выпекаем в прямоугольной форме для кекса. Мне нравится использовать одноразовые формы торговой марки Паклан. В комплекте идут крышки, значит, готовый кекс будет удобно хранить или брать с собой. Застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем тесто. Эти формы очень удобны, потому что в них можно замораживать, запекать, разогревать, а после использования не надо мыть. Духовку предварительно разогреваем до 180 градусов. Выпекаем кекс 1 час. Затем даем ему полностью остыть и несколько часов настояться. Он получается очень влажным, вкусным, супер шоколадным и, как видите, кекс очень простой в приготовлении. Большое спасибо за просмотр. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Обязательно подписывайтесь и до встречи на канале Tasty Week.